Привет-привет, с вами снова Электромотор, и я Настя. В предыдущем ролике я рассказывала, как подзарядить аккумуляторную батарею, а сегодня расскажу, как ее все-таки выбрать. На сегодняшний день огромный ассортимент аккумуляторов. Именно этот аккумулятор, который представлен здесь, куплен в Европе. Компания Электромотор не занимается необслуживаемыми аккумуляторами. Как правило, аккумуляторы работают от 3 до 5 лет. Ну, конечно, дело все в том, как вы его эксплуатируете. Особенно аккумуляторам приходится тяжело в зимнее время, после запуска холодного двигателя. Аккумуляторы просто теряют свою емкость. Прежде чем купить аккумулятор, посмотрите, какая емкость у вашего старого аккумулятора. Если будет расхожесть с новым, то он прослужит вам намного меньше из-за недозаряда. Прежде чем идти в магазин и покупать аккумулятор, вам нужно измерить параметры вашего старого аккумулятора. Обратить внимание, где находятся клеммы, чтобы новый аккумулятор без труда и с легкостью вошел в вашу машину. Допустим, вы в магазине, все подошло по емкости, по размеру, по габаритам, плюсы и минусы с той стороны, где нужно. Ваши штатные силовые провода дотягиваются до клемм аккумулятора. Не спешите покупать, посмотрите на год выпуска аккумулятора, потому что его жизнь начинается не с того момента, как вы поставили его в автомобиль, а с того года, когда в него залит электролит. Не поленитесь проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. После 5 секунд испытания прибор должен показать 9 вольт. При покупке любого оборудования, особенно аккумулятора, храните перед собой возле себя гарантию, гарантийный талон. Еще, вы купили аккумулятор, к нему, я так думаю, что когда-то, ну, вам понадобится зарядное устройство. Зарядное устройство вы можете подобрать в любом магазине под емкость своего аккумулятора. То есть они бывают 12, 24, 14, в зависимости от емкости вашего аккумулятора. В компании «Электромотор» широкий ассортимент аккумуляторов для автомобиля. Вы сможете подобрать себе все, что вы хотите, вплоть даже до цвета. Мы покажем, расскажем, проинструктируем, посчитаем. И все это по доступной цене и только у нас. Звоните нам 53038, приходите на проспект Лесной 39А и лайкайте видео, оставляйте свои комментарии. С вами была Анастасия. Пока-пока!